1 февраля студентам Ростовского колледжа культуры посчастливилось стать зрителями авторского моноспектакля «Про то сказ, как Егор мир спас», созданного российским актером, сценаристом Андреем Аверьяновым. Со сцены Ростовского колледжа культуры прозвучало продолжение сказа про Федота Стрельца, написанное Андреем Аверьяновым в 2016 году к 60-летию Леонида Филатова, автора знаменитого сатирического произведения. По словам самого актера, Егор написан с уважением и почтением к оригиналу. На другой день, чуть свет, уже заседал кабинет. Сидели, не начинали, старого Джона ждали. А он спит, как ни в чем не бывало. Будет его Камала. Камала. С добрым утром, Гегемон. Извини, что порчу сон, но тебя ждут в кабинете, а тому мешает он. Так что ты уже вставай, синий китель надевай. Вот, держи тебе шпаргалка и иди рули давай. Актер отметил, что ему было очень интересно, как совсем молодые люди, которые решили связать свою жизнь с культурой и искусством, воспримут этот текст. На удивление, ребята с интересом смотрели спектакль и по его окончанию задавали содержательные вопросы. «Я получил удовольствие, общаясь с молодежью», — сказал Андрей Аверьянов.